OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Я військовослужбовець 291-го Вардівського мотострілкового полку. Сьогодні утром 9 июня ми з своїми сослуживцями самовільно оставили позиції. Наші командири нас бросили, никакого снабження, никаких, ничего. В общем, не было припасов, ни питания, ничего. Дезертистов мы это не считаем, потому что некомпетентность наших командиров просто зашкаливает, а сидеть просто в окопах и ждать своей участи, мы просто с этим не согласны и не намерены этого делать. Поэтому просим правильно понять наш поступок. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат. Мы уверены, что все будет хорошо. И мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. И у нас даже появился термин такой «избыточная смертность». Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Мы все видим, какой, ну это называется политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна. Денис, вот в текущем конфликте с Украиной, как считаете, кто, ну, Россия побеждает скорее или проигрывает? Проигрывает. Ну, международная изоляция, экономические трудности, даже с этой позиции. Я вижу только плохие исходы, к сожалению, в том числе и для, как бы, ну, внутри страны. Что конкретно будет, я не знаю, но я не вижу никакого положительного исхода. Как считаете, мы проигрываем сейчас в СВО? Я думаю, да. Я тоже так считаю. Вот, а как это определить? То есть как понять, что мы именно проигрываем? Наша экономика страдает. Хотя они говорят, что все у нас, в принципе, хорошо. Не, ну если прям помечтаете, пофантазируете, то, возможно, России как страны вообще не будет. Ну, хотелось бы, чтобы как бы проиграли, потому что это все очень мне не нравится. Ну, убивает мирное население Украины, украинцев. Хотя, по сути, мы все славяне, мы братский народ. Хоть они теперь и не любят, чтобы так их называли. Поэтому все ужасно. Ну, ломают дома, ну, тот же Бахмут, полностью Мариуполь. Какой уровень поддержки у нашего президента? Его поддерживает вся страна. И я уверен, поддерживаете его вы, его поддерживает молодежь, его поддерживает все поколения в нашей стране. Как сейчас говорят здесь средства СМИ, США, что завод не работает. И вот доказательство того, что завод работает, и мы будем продолжать выпускать технику, поддержку России, поддержку наших военных, поддержку нашего президента. Существует такая традиция освящать в том числе и оружие. Это духовная скрепа. Чтобы помощь и благословение, защита Божья присутствовала на этом оружии, чтобы защищать свое отечество, защищать тех людей, которые требуют помощи и защиты. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Вот это поворот! Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В составе полученных нами документов содержится описание проекта UP-4 флюфлайвый EP-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудители чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине
являлось создание механизма скрытого распространения. Остановитесь! Кроме того, 9 марта сего года на территории Херсонской области вооруженными силами Российской Федерации были обнаружены 3 беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием, которое могут использоваться для распыления биоагентов. В конце апреля 2022 года найдены еще 10 таких же аппаратов в районе населенного пункта Каховка. Но это еще не все. Одновременно остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном Бюро США по патентам и товарным знакам, на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Постоянный представитель Албании в ООН Ферит Ходжа резко ответил представителю РФ Нибензи, который обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Ходжа напомнил, что Россия раньше врала по поводу войны в Украине. Об этом шла речь на заседании Совета Безопасности ООН. Далее цитируем. «Сколько раз мы слышали с февраля прошлого года, что Россия не хочет атаковать Украину, а потом она ее атаковала. Сколько раз мы здесь слышали, что произошедшее с февраля прошлого года — это вина Украины, хотя это не так. Мы слышим снова и снова, что Россия никогда не атаковала гражданских, но миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Мы так и не увидели доказательств существования украинских биолабораторий, в которых выводят боевых комаров, летучих мышей и птиц. Также бездоказательной стало утверждение России о грязной бомбе, которую готовит Украина. Мы видим каждый день и каждую ночь, что Россия не жалеет усилий, чтобы разрушать инфраструктуру Украины. Так почему подрыв этой ГЭС должен быть исключением? Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Что тут сказать по поводу того, кто же это все-таки сделал, знаете, мы никак не можем понять, а кто же это сделал? Ну, вам, дураку, понятно. Едва ли мы сами себе взорвали, чтобы потом затопить это свою идиотизм. Магистраль. Ну, понятно. Глупость. Другой вопрос, что теперь форсировать это невозможно. Как они собираются форсировать? На трех лодках? Ну, это и что они там сделают? Куда они пройдут? А форсировать тяжелой техникой это вообще невозможно. Поэтому здесь как раз можно только по-другому сказать, что, возможно, они специально сделали для того, чтобы снять отсюда резервы и перебросить их на другие участки фронта. Вот это я поверю, что так это оно должно быть. Во всяком случае, произошедшее объяснил министр обороны Шойгу. Но на каких леопардах они пойдут? Ну, конечно, там сейчас вообще никаких боевых действий. Говорят, сохнуть будет несколько лет. Вот, поэтому тут проблем с этим никаких. Но раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада, Киевской ГЭС, а? Я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Понимаете, я считаю, что нужно отвечать. Нужно идти в Харьковскую область, и они там живут действительно совершенно мирной жизнью. Ну, что мы, почему мы должны быть, так сказать, святее Папы Римского? Мы разрушаем только военные объекты, мы не воюем с народом и так далее. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Американцы разработали комара-убийцу, а по всему миру ищут русских. Генетически модифицированного комара, так, который был распущен в Бразилии, и сегодня этот комар дошел до нашей Абхазии, комар распространяет вирус Зика. Комары на дронах прилетят, понимаете, история-то? Значит, вот есть одна разница, и очень существенная. Дрон можно точно направить к тебе или мне в голову, а вот комар сядет неуправляемо. Давайте, он как сядет, большой специалист по комарам. Почувствуйте разницу. Система воздушного распространения токсичных комаров. С этой технологией насекомые могут стать не менее важным оружием, чем танки и лазеры. Комары могут быть использованы для распространения вирусов. Вот эта вот лаборатория американской военной в Грузии создана потому, что это серая зона. Это как duty-free, там, знаете, в самолете. Представляете, кошмар. Причем не исключено, что на нашей территории уже используются эти вещи. Я вообще говорю, думаю, что прежде всего это бактериологическое оружие будет использовано для нанесения, для подрыва экономики. Какие-то такие комарики летят уничтожать поголовье птиц. А я, кстати, вот я был недавно у себя дома, мне говорят, почему-то воробьи исчезли. Знаете, ну они уже исчезли, я вижу. Сразу хочется сбежать из этой страны. В любую страну абсолютно.
Да, оружие на нашей территории применяется, потому что вспышки той же африканской чумы ежегодно... Какое оружие? Комары, дроны, что там мы видели? Вот эти снаряды заряженные. Ежегодно фиксируется 200-300 случаев на территории Российской Федерации и в основном вдоль границ с Грузией, с Украиной, Краснодарском краем, Курской. А то есть это американцы Курской. Виноваты, да? Конечно. Америка ведет перманентную биологическую Понятно. Войну. Понятно. Даже где-то больше, чем Гитлер. Гитлеровские захватчики позволяют себе. Есть еще этническое оружие. Понимаете, поэтому... Кошмар, сюр абсолютный. Сегодняшняя ситуация в Грузии. Грузинский народ заложник Пентагона сегодня. Тоже, увы, не шутка. То есть вокруг России создан целый пояс... Бактериологическое кольцо. Активных лабораторий. Глубоко радужные перспективы. Вот кольцо. И мне кажется, что наша страна оказывается в этом кольце. Я лично чувствую какие-то вот удушающие... У меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО. Значит, ты дебил. Мне сердце подсказывает, что опасно. Отсюда кричу: СОС, спасите наши души. Белыми нитками пытаются прошить всю историю. Но эти белые нитки при первой же стирке оказываются нацистским коричневым дерьмом. Мы как бы закупориваем вот эти колодцы, эти туннели, которые проточены были в небеса этими великими жертвами и великими победителями. Колодцы, из которых проливался фаворский свет в нашу страну, в наши институты, в нашу армию. А когда закупорили эти коридоры, когда затрамбировали их, отравители колодцев, страна стала чахнуть и истекать. То есть Сталин и ГУЛАГ – это проявление божественного света? Сталин и ГУЛАГ, и победа 45-го года, и великая советская цивилизация, которая до сих пор кормит нас, неблагодарных детей, это проявление божественного света. Правильно. Лицо этой антироссии поистине ужасное.